15 числа КСМ совместно с КПРФ проводит автопробег против повышения пенсионного возраста, против повышения НДС. Ну, в общем, за все хорошее, против всего плохого. Сейчас они пока готовятся. Через полчаса старт автопробега. Время сейчас 11:30. Пока никого нет. Акция, на мой взгляд, освещалась совершенно недостаточно. Это было объявление на сайте ЖЛКПРФ. Приморские маршруты перепостили у себя объявление. Ну и, возможно, по каким-то своим каналам. В новостях этого не было, естественно. Объявлений, скорее всего, они тоже не делали. Лицов я уже говорить боюсь. Как-то так. Поэтому на роли, как видите, только активисты ЖЛКПРФ. Время 11:40. Полиции уже набралось минимум 4 человека. Двое сидят в машине, двое вон еще ходят возле протестантов. Всего протестантов, ну, тут человек, наверное, 10, уже как бы половина из них полиционер. Самые активно недовольные. Ну, пока никого не задерживают, вроде как согласовано, но количество ограничений на количество машин поставили 20 машин. Не знаю, с чем связано, но вроде как по какому-то закону. На мероприятии присутствуют журналисты. Один представился Владньюз, с фотоаппаратом бегает со здоровым, а второй с камерой СУТР. Потом посмотрим репортажи, если будут они вообще. Немножко о флагах. Как тут не вспомнить старую шутку, что плох тут активист КПРФ, который появляется не этим двумя флагами одновременно. Но это так, в сторону. Присутствует флаги КПРФ, ЛКСМ, Женщины России и просто СССР, без всякого. Заканчивается подготовка к автопробегу. Активисты крепят последние флаги на скотче изоленту. Сейчас они закончат, и мы, собственно, уже поедем. Общий вид КПРФовской колонны. Слева от меня стоят еще две машины. Вот менты куда-то испарились. Видимо, сочли мероприятие неинтересным. 12:15, отправление колонны. Встретьте рабочих. По пути колонны достаточно часто сигналят. Я практически уверен, что сигналищи не знают тему автопробега, но тем не менее, видя красные флаги, постараются как-то поддержать нас. Хочется на это надеяться. Сейчас мы уезжаем на Тещин язык, потому что через мост там нельзя, мы развернулись. И вот через снеговую будем прорываться на вторую речку. Сейчас мы проезжаем мимо снеговой плади, прямо по курсу увидите один из недостроев, точки которого частенько выходят к нам на митинги при вокзале. Обратите внимание на дату митинга проведения, 28 число, при том, что у нас слушание в Думе 19-го, первое чтение. Конфедерация труда проводит свои митинги 18 числа, а в КПРФ 28-го. Соответственно, первое чтение они уже опоздают, а на осеннее, когда будут приниматься уже в окончательном чтении, еще будет 2 месяца.